В Челнах подполковник полиции на автомобиле Сузуки сбил ребенка на самокате. Об этом сообщает портал челныбиз.ру со ссылкой на один из телеграм-каналов. В минувшую субботу замначальника угрозыска отдела полиции Автозаводский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 8-летнего мальчика, пересекавшего дорогу у дома 4007 на самокате. В пресс-службе МВД Татарстана данный факт подтвердили и сообщили, что по нему уже назначена служебная проверка. Виновник наезда будет уволен, а все его руководители наказаны.